Привет, с вами Комаров Виталий. И сейчас мы находимся в нашем парке Победы. Вот так вот все облагоустроено. Новенький заборчик, все хорошо. Все замечательно. Ну, как всегда у нас. Но оно бывает. Давайте-ка посмотрим. Пройдемся по нашей брусчатке. Ее положили в прошлом году. И, похоже, ложили по морозу. Хорошо видно, как все это просело. Как я понимаю, деньги уже за это заплачены. Все это у нас замечательно. Вот так вот все просело. Все прям хорошо. Здесь вот практически одни ямы на ступеньках. Кто это будет исправлять, я не знаю. Вот идем на сам пьедестал. И тоже видим, что вся плитка, она вся ходуном ходит. Без преувеличения. Все это проваливается. Все это куда-то стекает. Вот даже видно. То есть весь этот бордюр, вот этот, он утекет на следующий год. Как-то вот у нас вот так вот. Ну и тут то, что бардак сейчас, это ладно, надеюсь, что уберут. Так вот заборчик, все. Пьедестал сам отделали, прям ну, хорошо все. Слов нет. Ну вот вложенные деньги вот в это. Ей-богу, ребята, это не айс. Вот так. Плитка просела. То есть. Еще как и брусчатка просила. Белозерский бордюр, вот он, уже расстыковывается вот так вот. Где-то он уровень теряет, где-то он расходится. Ну, вот такого качества работа. Я не знаю, с какой головой это все делали. Это делали без головы. Лично мое мнение такое. Денюжки отмыли, да и ладно. Это так называется. До новых встреч!